12 дня, дождик так и не закончился, поэтому я решил выдвигаться. Для начала уже можно позавтракать сейчас будет. Ну вот, вот так вот, в костюме голубой улитки я сегодня и поеду. Не знаю, сколько получится проехать, часов 6, 5-6 часов осталось до темноты. В такой погоде ехать буду, конечно, медленно. Вот так. Вот я уже выезжаю. Так, вещи вроде все со мной. Все, что было. Решил я одеть тапочки, потому что кеды могут промокнуть, пока не рисковать. Но вдруг, если ноги замерзнут сильно, так уж прям, я одену кеды, как-нибудь уж постараюсь не промочить. Так, ну вроде все я взял. Сумку. Две сумки у меня всего лишь. На третьем этаже, блин, все та же злополучная пробка. Хочет меня покинуть постоянно. Дождик то усиливается, то утихает. То ливень, то такой моросящий. Ну, судя по всему, он так весь день и будет. Посмотрим, конечно. Вот так вот. Куда деваться? Мотоцикл сухой. Окей. Капун макап.